Игорь Николаев и Юлия Проскурякова предпочитают вести закрытый образ жизни. Они редко рассказывают о своих отношениях. Однако накануне певица все же сделала исключение и раскрыла подробности их брака. Не так давно в сети появилась информация, что супруги испытывают не самый лучший период в жизни. Узнав о слухах, Юлия Проскурякова поспешила опровергнуть информацию о трудностях в семье. По ее словам, у них не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении. «У нас прекрасные отношения, и рядом с нами дочь и семья», — заявила певица в своих социальных сетях. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова познакомились в 2008 году, а спустя 2 года они узаконили свои отношения. Через 5 лет у них родилась дочь Вероника.